Как выживали на войне? В Музее боевой и трудовой славы открылась выставка, посвященная юбилею Великой Победы. Главным экспонатом стали фронтовые письма. Старшеклассникам, которые пришли на выставку, показали самые трогательные письма бойцов. В основном саратовцев. Кстати, историки заметили, что во многих письмах бойцы цитировали строчки из известного стихотворения Константина Симонова «Жди меня». Родные бывшего директора Саратовского музея краеведения Павла Болотного передали коллекцию посланий в музей. По словам ученых, по ним можно составить летопись боевой службы. Мужчина описывал все события очень подробно. Также сохранились послания саратовского художника. Интересные письма, трогательные художника Кроткого своей семье, дочке. Он, к сожалению, погиб в 1943 году, но они за душу берут. Или есть письма, допустим, женщина ищет своего мужа, который пропал без вести на фронте в 1941 году. И вот она пишет командиру партизанского отряда.